Привет всем, благословить не буду, потому что у меня сегодня пиво Балтика, двойка, два пончика, там это вот хачапури или что там, с колбасой или с чем, пельмешки до спешки и соляночка. Ну что, начнем с соляночки. Соляночка офигенная. Такой вкус, короче, изысканный. Будем горячая. Мама только сварила. А если еще и пельмешку сразу взять. А если пельмешки и солёнку. Интересно, как оно будет. Будет вкус, а не будет. Все говорят, а что ты палочками ешь? Хочу и ем на. А ты что, вилкой ешь? Что, француз, что ли? Я поражаюсь этих людей. Запомните, люди. Если человек это ест, нахуй, так это ему начинается. Что вы тупые вопросы даете? Бля. Кто тебя смотрит? Сами зашли меня смотрят. Идиот такой слов. Финишка. Не. При СССР все было четко. Офигенно, кайфово. А сейчас какое-то все. Так галюк. Кстати, короче, у нас пятерочка дороже, чем в Москве. Я уже стал повторять, мне никакого тика нет, но мне привычка дрога-то. Пивоськово. Отстой. Мы большинство замусченным. А еще я вот книгу читаю. Так, ложь. Это беседа с Богом. Бог вообще поражается, говорит, блин, я с несовершенными создал. Иисуса отправил, чтобы он погиб. Это вообще чуть бред. Я вообще никакой религии не придерживаюсь. Бога верю.
Аборигина. Это грилю какой-то. Вообще отстой. Это Балтика, она только семерка клевая. Он чтоб понял, она всякая была. Начали, по-моему, 2000, да? Правильно? Мешки, я думал, тут кто-то там, это, никого нету, не глюки. Блин, не люблю маленькие перемешки. Совершенно. Дам сейчас кайфовое время живем. Когда-то ни интернета, ничего не было. Письма напишешь и ждешь ответ. Когда там что? Придет. А да, что? За секунды. Или заказ. Заказ. Пишешь, потому что ждешь, когда оно там придет. Там. Бегаешь на почту. Спрашиваю. Значит, это себе что? Нормально. Соляночку скушаю. Блин, кушаю перемешки. Раньше салфеток не было. 80-е реки. Можно было. А нет, салфетка, может, бля, то есть на банке не было. Помню. Меняли на вещи. Здесь диковина была. Сейчас ничем не удивишь никого. Даже мы все Бога видели, но не проходит одному и то же.
Только когда в голове любовь какая-то. Да. Это этому человеку не нужно. Это глюк. Бог, да, если бы захотел бы, он бы взял бы нас совершенно. Мы же так все совершенно. Но нам религия били в голову. Чем мы в реках родились? Как галюк. Бум. Клево, кто мышцами обладает. Я что слышал? У меня на 7 дней зашел. Такой вид. Что? Девушками раздаются те, кто бедно жил. Может быть, поэтому девушки и тянутся богато. Все, подсознание что. Раньше дома ничего было. Какая палочка для нитя? Проснули нормально. Хорошо, что мост не стоит. Если бы мозг был совал бы, это было бы капец. Просто. Это было бы капец. Как-то зрение. Мозг Эйнштейна проверили. Даже не был Саша. Вот мы все думаем. Он будет счастливы. У нас появится девушка. Девушка появилась, к примеру, да, родила. Все стало жирно. Уже несчастлива. Кобылка. Пиво как-то невкусно. Давай, хавай, бери.
Ще пиво, стой. Хорошо, кого-то лучше, чем у меня. Ну, не рад тому, что у кого-то хуже, чем у меня. Сам не вспоминаю что-то. Эх, раньше, да. И булка забрала у Лолы. Слышали, рычало? Еще так посоревай. Да, Санька, жалко, пиздец. Да. Душу нельзя заглянуть человеку. Блядь, если мы позаглядывали в душу. Людям, то бы офигели больше. Но душу может заглянуть тот человек, который сердцем думает. Какая вот фигня. Блин. Морозим. Параллель. Ha ha ha.
Да со смехом то затем. Позорик тыла. От хуйня. Балтик на себя хуйню стал. А? Ага. Нет. В этом. Сука, братка, молодой, блядь, ты крутка, блядь, ты крутка, блядь. Вот хорошо, у кого нет, лям-бараду. Япончики надо потом, и чаем попьем. Чё, блядь, бука рвёшь мне нахуй, блядь, пурген, а? Кто? Бука, блядь! Чё такая вредная? Где мать? Сюда, блядь, бука! Эй, блядь, поймали! Ты говоришь, молодую, блядь, это бука! Молодец! Чё, ты бука? Муа! Красивая девочка! Ты Сашка, да Саска? Надоело быть уже человеком, да? Родился букой. Маньки на меня смотрит. Красивая бука, блядь, тебе нравится. А завтра в понедельник 6 часов. Бука! Тра-ля-ля-ля, на-на-на-на. Я как негр, негр Чебурашка, хорошо, что любит Наташка, хорошо, что Нати любит, хорошо, и Ольга любит, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Блядь, какой она невкусная.
А может, у меня ковид? И все вкусы, болят. Я хочу быть как чебашка Минца. Ланька, давайте подписывайтесь, нажмите лайки, да, с вами, как всегда, был Серега. Скажем, всем пока.